Депутат областной думы оказался замешан в этическом скандале. Речь идет о Николае Семенце, председателе бюджетного комитета парламента. Общаясь с журналистами саратовского интернет-издания, народный избранник позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес представителей СМИ. Между тем, все публичные заявления областных депутатов должна разбирать комиссия по этике. Как оценили высказывания Николая Семенца, узнала Елена Петрова. С чем связан комитет? Связан с турбазами с ГАУ. Откуда вы узнали об этом аукционе? Почему же вы так разговариваете, Николай? Я не так, пишу официально, не хочу. Ну, что вы, как эти самые, влезете куда? В это дерьмо какое-то? Об этих своих словах депутат областной думы уже наверняка успел пожалеть. Именно после этого интервью Николая Семенца стали обвинять в нарушении депутатской этики. Мол, народный избранник, несмотря на каверзные вопросы, должен всегда держать себя в руках. У журналистов такая профессия – иногда задавать неудобные вопросы. А органам власти и, в принципе, некоторым представителям органов власти нужно просто с пониманием относиться к тому, что журналист исполняет свой профессиональный долг, и быть немного выдержаннее. Невыдержанность, она никого не красит. Так резко Николай Семенец отреагировал на вопрос, касающийся аукциона на аренду дома на турбазе Саратовского аграрного университета. По данным журналистов информагентства «Взгляд.Инфо», депутат был единственным, кого руководство вуза допустило до участия в торгах. И воспользоваться недвижимостью Николай Семенец смог по минимальной стоимости. Председатель Саратовского союза журналистов заняла нейтральную позицию. Говорит, виноваты могут быть обе стороны. Мы должны посмотреть друг на друга, как бы не через увеличительное стекло, а через свой опыт, профессионализм и, конечно, нормы этики. Где они нарушены, кем они нарушены. И как бы еще посмотреть на себя критично и, возможно, исправлять ошибки. И как одной, так и другой стороны у нас вообще нет таких людей, которые совершенно безгрешны. А вот сотрудники «Взгляда» уверены, представитель власти должен держать себя в руках при любых условиях. И его высказывание – явное нарушение депутатской этики. Журналисты обратились в комиссию областной думы, которая должна была оценить слова Николая Семенца. Правда, заседание было закрытым, и его результаты пока скрывают. Руководство думы не приняло никаких мер к депутату и оставило этот вопрос без рассмотрения. Более того, результаты, итоги заседания мандатной комиссии так и не были представлены заявителям, то есть нам. Мне кажется, что это проявление вопиющего неуважения не только к журналистам, но и к тем людям, которые выбирали этих депутатов. Редакции «Взгляда» стало известно, что члены Думской комиссии не нашли в поведении Николая Семенца нарушений этики. Но точное решение журналистам пообещали сообщить позднее, в течение месяца. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.